Руку, руку, я с тобой с полковником разговариваю. Ты кто такой вообще? Да, тебя не уважают, да? Уважаю, я вижу, уважаю. Что это у вас бардак. Тебя не уважают. Смотри, я... Оскорблять не надо, товарищ полковник. Это я тебе не оскорбляю. Послушай. Сачи. В интернете появился видеоматериал, в котором азербайджанские и армянские военнослужащие спорят друг с другом, применяя также физическую силу. Пользователь Facebook Канушик Мартиросян, разместившая видео, написала, что инцидент произошел на границе с Уником. На видео видно, что спор связан с территориальными разногласиями. Уберите ружье, а мы без ружья стоим. Они его не запустили. А? Не запущены. Нет, без ружья, давайте отходите. Не-не-не, мы там отошлите, потом нас обманули. Вызывайте сюда наши. Сейчас выберите туда. Уберите, так я без ружья стою. Я с тобой разговариваю, ты же меня не слушаешь. Я слушаю, а ты не хочешь. Нет, ты слушай, идешь вперед. Ну конечно, это моя территория. Это моя территория. Как? Объясни. Сейчас я тебе не могу объяснить. Понедельник встретимся. Нет, ты можешь объяснить. Мои посты там, вот это моя территория. Мои посты, это твои посты, это вопрос не решает. Как ты решаешь? Ну конечно. А что решает вопрос? Территория. Ну вот это моя территория. Это моя территория. Там тоже моя территория. Иди, я даю, отдам тебе сейчас сегодня. Это мы в понедельник сядем, пока разложим? Нет, пока не разложим. Да я сказал, что уберите ваш пост Середлавский. Я Середлавский тоже наш территорий. Координаты на Атхане Гвардии. Русский простите. Руку, я с тобой с полковником разговариваю. Ты кто такой вообще? Тебя не уважают, да? Я вижу, что это у вас бардак. Тебя не уважают. Смотри, я... Оскорблять не надо, товарищ полковник. Это я тебе не оскорбляю. Послушай. Сачи. Я могу отдать... Давайте... Назад чуть-чуть назад, одну секунду. Пойдем в середине встанем. Да? Давай. Нет, пусть они отходят. Нет, зачем даже отходить? Я здесь стою, правильно? Идем в середине встанем. Середина вот здесь, пусть они отходят. Они стоят нормально. Нет, я дал команду, а тебя не услышат, да? Хорошо. Чего вообще это? То, что ты хочешь. Ты чего? Они разговаривают, кто-то вас услышал, что нет, пусть не отвечают, давай, пусть не отвечают. Скажи, пускай твой отойдет, да? Отошли, они пусть... Они стоят по одной линии. Ну что, а он трогает, что ли? А куда они идут? Он стоит здесь. Так, дурым, бурда, пиздарат, Тарстан. Пихат, да? А, пихат, а дурым, да, я вам все, кеч, пошли вас. Это у нас сейчас детский разговор получается. Да я вижу только один ребенок здесь. Одного ребенка вижу. Да, это правильно. Это точно. Ты что хочешь? Я? Да, ты что хочешь? Ты не слушаешь? Не надо, тоже так не делай. Не делай. А, слушай. Не толкай меня, говорю. Ты меня толкаешь, я стою, ты меня толкаешь, ты берешь на меня. Постой сюда. Я подхожу вот так. Так долго можно танцевать? Давай танцевать. Ай, ну хватит, да, взрослый мужик. Да. Я просто, в принципе, нормально мне. Спортом занимаешься. Вам это нравится, да? Да. А ему тоже нравится. Зачем тебе это? Нет, он делает то, что сейчас нужно. Вам нравится? Да, мне нравится. Тебе видно, кого бодрят. Вам что нравится, нам что не нравится. Ага. О, бля. Ага. Привет. Тех чекина, гошка, ты спасаться, гады.